последняя гастроль. Игры бессмертных. 20-летие. Что, где, когда? Ноябрь-декабрь 95-го года. Ставки, господа. Принимаем последние ставки. На красное поле 500 000. На черные 2,5 миллиона. На красное 1 миллион. 2 миллиона на черное. 1,5 миллиона на черное. На красное. И такая же ставка на черное. 2 миллиона на красное. 1 на черное. 2,5 миллиона на красное поле. 500 000 на черное. Следующая ставка 3 миллиона на красное. Ну, а сейчас прошу зеро. Благодарю вас. Ставки сделаны. Начинаем игру. Добрый вечер в интеллектуальном казино, единственном месте, где каждый может заработать деньги своим собственным умом. Сегодня большая игра. Финал игр бессмертных. Встречаются две лучшие команды элитарного клуба. Лучшая команда знатоков и сборная команда телезрителей. Вот они, наши герои. Я хочу отметить, что победившая сегодня команда получит все. И хрустальные совы, и кругосветное путешествие, и главное звание лучшей команды за все 20 лет существования «Что, где, когда». Представляем сборную телезрителей. Наталья Якобчук, село Нагирка, Украина. Юрий Володин с дочкой. Покажите дочку. Вот она, дочка. Москва. Ирина Шибанова, Самара. Людмила Канакина, Санкт-Петербург. Марк Григорян, город Ереван. Тот самый Григорян, который вы, по-моему, да, член президиума ассоциации клубов в Ереване. Он сам.
Евгений Ефремов, Феодосия, Крым. Вадим Высочин, как снова, еще 25 захотел. Город Харьков. Степан Гладун, город Горохов, Украина. Украинская команда. Илья Лихачев, город Воронеж, наконец-то. Саша Анциферов, Санкт-Петербург. Игорь Черменев, Черкассы, опять Украина. Примкнувший к этой команде Михаил Борщевский. Михаил Борщевский, ну не стыдно, вы же защищались на таком сыре. Ну что поделаешь? Бывает, да. Всякое бывает. И, наконец, капитан сборной телезрителей Ольга Овечкина, Волгоград. Сегодня 30 декабря 1995 год. Московское время 22 часа уже, 1 минута. Я в последний раз вызываю за игровой стол лучшую команду клуба, команду Михаила Смирнова. Максим Поташов. Борис Левин. Леонид Тимофеев. Евгений Емельянов. Сергей Овчинников. И капитан команды Михаил Смирнов. Телезрители против бессмертных знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Мне положено спрашивать ставки. Хотя я чувствую, что их нет. Пока не будет. Пока не будет. Вот давайте посмотрим в глаза этой замечательной команде. Команда Смирнова. Команда Смирнова. И попробуем угадать. Им тяжело. Они в третий раз играют. Третий раз играют в течение короткого промежутка времени. А теперь посмотрим на стрелку. 2 миллиона черные. Играет Людмила Ганахина, город Санкт-Петербург. Прошу вас. Госпожа Ганахина, личный вопрос. Вы когда-нибудь держали дома попугаев? Нет. Нет? Вы, по-моему, все знаете об этой птице. Читала кое-что. Ну ладно, тогда внимание. Попугаи! Господа, подобные татуировки впервые появились. Покажите, пожалуйста. Вот подобные татуировки. Простите, я ничего не вижу. Раз татуировка, два татуировка. Подобные татуировки впервые появились в древнем Карфагене в качестве профессионального знака. Причем у людей этой профессии могли быть либо такие профессиональные знаки. Назовите профессию этих людей. Время. Можно? Красное, зеленое, желтое. Так, ребят, переводчик. Один сидит, один летит. Переводчик. Один сидит на палочке, а другой сидит. Уже нет, Карфаген, еще там может быть с перламутром, там с красками еще. С вами художники не могут быть. Да, переводчик есть еще, не сидящий на месте. Художники, проститутки не могут быть. Почему один такой, другой один такой? Один сидит в тюрьме, другого нет. Один ездит, другой нет. Один на жердочке сидит, другой на какой-то. Моряки просто, которые привозили их. Карфаген, а один сидит дома, другой где-то. Другой ездит. Может, они как-то встречают кого-то. Один радушно встречает, а другой правая и левая. Секретари какие-то. Или такой. Вот один окровен, другой сидит. Армейский. А Карфаген? Нет, а чем как Карфаген прославился? Рабы там были вообще? Да, этого никого были, не было. Были, владеешь негосударством. Что было в Карфагене смотри, вообще? Крепко там было. Кит какой-то, да? Сидит и летит. Нет, переводчик, Макс. Не ядешь. А что есть еще? Сидение на месте, полет кочевника. А, подожди, портовый служащий моряк. А,
Вот одна профессия. Ответ знатоков. Моряк, стоп. Ответ знатоков. Господин Смирнов. Отвечает Борис Левин. Вы так решили? Да, я так решил. Итак, что это за профессиональные знаки? Что за профессия у этих людей, господин Левин? Профессия у этих людей связана с морем. А точнее? А точнее, значит, они, скажем так, встречали корабли, которые приплывали в Карфаген. Ответ принят. Теперь, внимание, правильный ответ. В древнем Карфагене... Покажите, пожалуйста, господина капитана. Переводчики. Да, мне кажется, что пора вас уже сменять. Ибо вы не можете настаивать на своем мнении. В древнем Карфагене говорили более чем на 60 языках. Профессиональным знаком переводчиков с одного языка был попугай со сложенными крыльями, а полиглотов с развернутыми крыльями. Итак, 2 миллиона, получите, пожалуйста. Выигрывает команда телезрителей. У Людмилы Канакиной. Второй раунд. Господин Левин, переводчик. Я не переводчик. Не, вы не переводчик. Ну, посмотрите, да. У меня нет. Нету. Нету. А господин капитан Смирнов. И сейчас мы посмотрим на волчок. Да, господин ведущий Ворошилов. 0,5. 0,5. Полмиллиона красных. Так. Против бессмертных играет Юрий Володин. Москва. Господин Володин, прошу вас. У нас тесно, но без обид. Да. А вот ваша дочка. Кстати, как ее зовут? Ульяна. Ульяна. Она тоже смотрит программу? Обязательно. А стихи она читает? Сколько угодно. А вот пусть она скажет, какой у нее лично самый любимый поэт? У меня самый любимый поэт Пушкин. Вот так. А теперь... Внимание! На экран! Здравствуйте, уважаемые знатоки! Прослушайте мой вопрос. Тоской и трепетом полна, Татьяна часто у окна сидит в раздумье одиноком и смотрит вдаль прилежным оком, и целый день вздыхая ждет, и кто-то шепчет, он придет. Извините меня, господа, я допустил одну ошибку. Через одну минуту найдите ее, пожалуйста. Итак, ищем ошибку. Время. Раздумье одиноком. Прилежным. Ребят, одиноком ей кто-то шепчет. Слушай, вопрос пропустил чего-то. Сидит в раздумье глубоком, а он сказал... Может, никто одиноком. Я не кто-то шепчет, а что-то там... Нет, ребят, слово заменил. Одиноком. Слово заменил, может, не кто-то шепчет. Может, не Татьяна, а имя другое, просто с самого начала. Она же шепчет. Ребят, не кто-то ее не может шептать, она одна ей была. Ей голос шепчет. Это Евгений. А, ей кто-то, ей голос шепчет. Да, ей кто-то, не кто-то, а голос, нет? А почему вам не нравится, ей кто-то шепчет? Нормально. Кто шепчет, если она одна? Какие вообще стихи еще раз? Ну, принципиально. Татьяна часто у окна сидит и думает в каком-то раздумье одиноком и смотрит, и ждет. Вообще, прилежный Онегин, вы видишь, это Пушкин? Ну, собственно, это не утверждал. Да. Не утверждал, а что за Татьяна, откуда? Может, имя поменял? Не, ну есть Сергей Жуковский. Тише, ребят. Это... А, стихи не Пушкина, он пришел на Пушкинской. Ну, не утверждал, что еще. А он пришел на Пушкинской площади в Щита. Да нет, он шаг допустил ошибку. Все. Где кто-то шепчет, и голос шепчет, Сереж. Нет, ну это ерунда. Заменил слово. Пушкин вообще говорил. А, что-то, что он один, а больше там нет никого? Итак, найдите ошибку. Прошу вас. Да. Значит, отвечает Борис Левин. Борис Левин. Ну, я возьму на, себя смелость утверждать, что неправильно употреблено слово «кто-то». То есть вместо «кто-то» что-то другое. Что-то, да. Да, что-то. Что-то. А теперь, внимание, правильный ответ. И теперь я хочу посмотреть сразу на двух знатоков. На Леонида Тимофеева, который сказал правильную мысль, и на Поташова, который поддержал эту мысль, но недостаточно жестко. Это была не Татьяна из Евгения Онегина, а Тамара! Тамара из поэмы Лермонтова «Демон». Да! Стыдно!
Да, телезрители сегодня накостыляют вам. Итак, выигрывает Юрий Володин. Полмиллиона рублей. Красивый вопрос. Прошу дать деньги. 2-0. Юрий Володин, Москва. А дочка-то рада? Да. Следующий раунд. Счет 2-0. Вопросы нормальные, их можно было взять. Ибо версии у вас были. Ставок нет. И мыслей маловато. Итак, 2,5 черные. Вы как и в прошлый раз. По-моему, в прошлый раз вы дошли до 3-0. Итак, против лучшей команды играет, внимание, капитан сборной команды телезрителей Ольга Овечкина, Волгоград. Госпожа Овечкина, насколько я помню, вы были уже у нас в финале прошлого года, да? И ваш вопрос не выпал тогда? Нет. И вы такая упорная снова пришли сюда? Конечно. А вы не можете сказать, вот чем объяснить такое упорство, такой ваш поступок? Чем вы объясните его? Ну, вы знаете, что завтра у нас с мужем юбилей. Мы прожили 24 года. И вы хотите ему купить что-нибудь? Я ему хочу сделать подарок. Понятно. Внимание. Вопрос. Макс. Понял. Давным-давно персидский шах захотел узнать, что объясняет поступки и поведение человека в этой жизни. Сначала мудрецы шаха составили целый том, потом одну страницу и, наконец, нашли одно единственное слово. Назовите это главное слово. Слово, объясняющее поступки и поведение человека на протяжении всей его жизни. Таков вопрос. Минута. Ну что, голод, любовь, любопытство. Игра не может быть. Любовь к истине, добро и красоте. Может, голод, персидский. Гармония. Антигармония. Любовь. Интерес. Любопытство. Жизнь. А жизнь? Нет. Давным-давно шах узнал. Персидская поэзия как раз хорошо. Это любовная поэзия. Любовь. Да ну что, любовь все объясняет. Тут не должно быть все так возвышено. Тут все вот ближе. Прагматично. Более прагматично. Хорошо, любопытство. Рождение. Мне кажется, голод. Рождение под звездой, звезда дальше все определяет. Основная движущая сила. Вот. Продолжение рода, вот что одним словом. А это часто. Голод ближе, а почему любовь тебе не нравится? Про голод, но все-таки это любовь, потому что персы, они все более красиво попадают. Любовь или голод, по-моему. Что, любовь томами описывалась, а потом перестала страница и... Не любовь описывалась, а жизнь описывалась. Любовь не голод. Давай вообще ситуацию чувства. Вообще любовь на самом деле. Космос, божество. С мужем прошли, что... Божество. Да, ладно, с мужем. Оценка, самооценка. Ребят, 2,5. Ответ Судаков. Макс, давай. Максим. Решили мы, что это... Торопитесь. Или нет? Решили мы, что это... Я не тороплюсь, обратите внимание. Что это любовь. А теперь, внимание, правильный ответ. Слово, объясняющее все поступки и все поведение человека, это слово, скажите его. Выживание. Выживание личности, семьи, фирмы, нации, государства, человечества, всего живого. Выживание. Это нечто было прагматичное. Вы же сами сказали, господин Поташов. Прагматичнее надо быть на игре «Что, где, когда». Поздравляю мужа с подарком. Счет 3-0. Я бы на вашем месте, Ольга, потанцевал немножко от радости. Ну что же, в прошлый раз вы тоже проигрывали 3-0. Я думаю, что сейчас начнется настоящая игра. Так, господин Смирнов, начнется или нет? Попробуем. Четвертый раунд. Ну что ж, сейчас переломный момент. Прагматичнее надо быть, Поташов. Прагматичнее.
Любовь не объясняет все поступки. А выживание объясняет. Объясняет. Кстати, слово выживание это ой. А то я разболтался. Зеро. Зеро. Интеллектуальное казино против знатоков. Последняя гастроль, так что вы меня простите. Я хочу сказать, что этот костюм не имеет отношения к вопросу, чтобы не было больше никаких претензий. На что играем, у вас ноль. Как вы настроены вынуть несколько рублей из кармана? Да нет, наверное. Почему, собственно? Нет. А не можно, почему? Нет. А что? Давайте говорить. На очко, ну, я... насколько я понимаю. Только нет, на очко? Ты уже надоел на американку. Давайте, ну, последний раз на деньги. На деньги сыграем разок. Сколько? Три. Я думаю, торг здесь не уместит. Прошу. Шесть. Миша, это не отмазывается. Итак, на кону 6 миллионов рублей, и мы начинаем раунд зеро. Господа. Примерно 300 лет тому назад во Франции тоже была очень популярная игра. Мы знаем, что... Мы знаем мало об этой игре. Знаем только, что игроки сидели на лошадях. В седле. А помощники игроков сидели за ними, за спиной. Макс, тихо. Бери палец. Это нерв оказывает. Надо срочно придумывать другой вопрос. Поздно. 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 За ними помощники, так? Как говорил. За ними помощники. Да, я записываю. Да. Правила игры до нас не дошли. Не дошли. Дошло только одно слово, которое часто употребляется в этом клубе. И я надеюсь, что сейчас досрочно Поташов скажет это слово. Вы не против? Молчите. Скажу, скажу. Хорошо, не против. Говорит Поташов. Итак, поскольку эти помощники сидели на крупе лошади... Громче. Поскольку эти помощники крупье. Сидели на крупе лошади, крупье. Они назывались крупье. Мне стыдно даже за этот генеральский смысл. Счет становится 3-1. Размочили, размочили. Как и в прошлую игру, счет стал 3-1. 3-1, но выигрывают телезрители. 6 миллионов рублей в банке знатоков, и они имеют еще одну минуту дополнительную на размышления. Господин Поташов молчал, молчал и сказал совсем не то, что надо. 3-1. И мы начинаем пятый раунд. Ставки будут? Да, будут ставки. Прошу. Миллион красные. Миллион на красные взяли. Полтора красные. И полтора на красные взяли. Уже моя публика, тут такой расчет. Вот видите, забиты сектора словами, то есть они уже сыграли. Поэтому больше шансов, когда ставишь по часовой стрелке за совой. Посмотрим. Вот так. Сыграл миллион красное. Против лучших из лучших играет Евгений. Простите, пожалуйста, ставка же сыграла. Ставка сыграла, и если госпожа вице-президент разрешит нам, то мы повышаем эту ставку в 10 раз. Таким образом, он... Вы не против? Пожалуйста. Итак, у нас на кону 10 миллионов. Против лучших из лучших играет Евгений Ефремов, город Феодосия. Господин Ефремов, да. Скажите, пожалуйста, вот лично ваше мнение, кто у нас
лучший из лучших знаток. Друзь. Друзь. Да. А теперь, внимание, вопрос. Это аплодисменты друзьям, конечно. Внимание. Лучшие из лучших царские гвардейцы в Персии насчитывали всего 10 тысяч человек. Как они назывались? Досрочный ответ или время? Мы обсуждаем, мы обсуждаем. Время. Миша, время. Бессмертно они назывались. Отвечаю. Ну, бессмертно не назывались. Но дополнительную минуту вы уже не получите. Почему? Потому что был сигнал. Нет, есть что-то обсуждать. Пожалуйста. Отвечает Максим Поташов. Прошу вас. Не надо это. Прошу. Назывались они бессмертные. Вы правы. Вы заработали второе очко, к сожалению, для Евгения Ефремова. Царские гвардейцы Персии назывались бессмертными. Ладно, проехали. Проехали. Первый проигрыш команды телезрителей еще становится 3-2. 3-2. Ничего, ничего, вы не очень расстроены. Нет. 3-2, 3-2. И мы начинаем шестой раунд. Короткий волчок. Мы делаем ставку 1,5 миллиона красных. 1,5 миллиона на красное поле взяли. 1,5 миллиона на красное поле, и может быть сейчас опять ставка увеличится в 10 раз. Так оно и есть. Сыграло 1,5 миллиона красные. Таким образом, вместо 1,5 миллионов на кону у нас 15 миллионов рублей. Играет электрик Игорь Черменев, город Черкассы, Украина. Прошу вас. Игорь, быстрее, быстрее, быстрее. Господин Черменев. У меня такой гастрономический вопрос. Вы сами-то любите яичницу? В пределах разумного. Да? А сколько там этих глазков-то? Из каких яиц? 2-3. 2-3-4. Ага. И так далее. Да. А умеете сами ее делать? Вы вообще женаты? Да. А кто делает яичницу? По очереди. По очереди. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Вчера я купил яйца. И сейчас буду жарить яичницу. Я люблю жарить яичницу и при этом напевать что-нибудь. Говорят, один английский музыкант тоже любил яичницу. И однажды признался ей в любви. Яичница. Как же я люблю яичницу. Внимание. Вопрос. Через одну минуту напойте песню, которая возникла благодаря этому признанию в любви. Досрочный ответ? Да, досрочный ответ отвечает Максим Поташов. Максим Поташов. Да, да, но петь-то я не умею, я скажу, угомонитесь. Что это песня Yesterday. Yesterday. Автор ее Пол Маккартни. Внимание, правильный ответ. Yesterday. Яичница. Как же я люблю яичницу. Да. 3-3. 3-3. Господа, итак, пройдет еще минут 30, и нам надо будет вручать наш главный приз лучшему из лучших. А мы не бросим. Да, я хочу признаться, просто свое личное мнение сказать. Для меня существует только 3 кандидатуры. Их было много, конечно, вы все достойны. Но уж приз, очень хорош, потому что он сделан... как Андрей Первозванный. Вот был такой орден. Эмаль, золото, бриллианты. Миша. Да и звание магистра мы вручаем первый раз. И, может быть, последний. Кандидатуры такие. Александр Бялко. Это человек-легенда. Он впервые как бы внедрил звание знатока в
публику, в наше, в наше население, что ли. Александр Друзь. Человек, который соединил прошлое и настоящее клуба. Человек, пожалуй, самый популярный на протяжении 15 лет. Спасибо, что вы меня поправили. Это повлияет на выбор кандидатуры. И, наконец, новое поколение, новая формация, другой стиль игры. Будущая звезда. Ну, вы сами знаете, кто. Максим Кудашов. Ваше мнение, кому бы вы отдали? Знаете, для меня, как и для вас, тоже существуют три кандидатуры. Но внук всегда выглядит симпатичнее отца, отец симпатичнее деда. Но человек справедливо должен отдавать должное старшему поколению, мне кажется. То есть вы за стариков? Да. Тогда спасибо от стариков. Так, ваше мнение, Латыпов, брат Нурали? Ну, я за брата. Ваше мнение? Если выбирать между братом и Максимом Поташовым, я бы выбрал брата, но сейчас, в принципе, он не, Нурали не в кандидатурах, поэтому Максим Поташов. Максим Поташов, ваше мнение. Друзь, Бялка, Поташов. Ну, у меня две кандидатуры. Это Нурали и Друзь. Нурали – это была яркая звезда, которая действительно промелькнула по небосводу. Это действительно была сверхновая звезда. Это была, это легенда. Но все-таки я хочу отметить... А Друзь — это звезда первой величины, которая светит уже 15 лет. И поэтому я бы отдал предпочтение Друзю. У меня бы тоже была кандидатура Нурали, но я хочу признать тот факт и опубликовать его, что все-таки он не решился сесть за игровой стол. В отличие от Бялка. Ваше мнение? Вы, пожалуй, самый старый игрок у нас. Давай еще пару раз. Да, наверное. По возрасту. Мне очень было приятно играть в то время, когда там был Александр Бялка, и он, конечно, блистал. Мне очень нравится команда Поташова. Но мои симпатии все-таки, наверное, как вы сказали в прошлый раз, сочувствуют тем, кому трудно. Мои симпатии на стороне команды были новые его друзей. Тем более там теперь целых два друзья. Двум мы не можем вручить, у нас всего один орден. Так что выбирайте одного. Тогда Саша. Александр Дудь. Ну хорошо, у вас я спрошу позднее. Итак, короткий опрос, и мы продолжаем игру. Счет 3-3. Игра идет до 6 очков. Последняя финальная игра «Что, где, когда». Следующий раунд. Мы делаем ставку. Пожалуйста. 1,5 миллиона черное. 1,5 миллиона на черное поле. И опять сыграла. Никто еще так не ставил, как вы. Итак, вместо 1,5 миллионов 15 миллионов на кону. Играет студент, о господи, из Харькова Вадим Высочин. Тот, который заработал уже 25 миллионов в прошлый раз. Вадим Высочин, мы надеемся, что вы сейчас сделаете 4-3 в пользу телезрителей. Внимание, японская тафуку. Внимание. Что? По этим схемам с детства изучал японский самурай. И я хочу посмотреть на палец Поташова. Харакири делать, это направление. Да, давайте обсудим. Давайте обсудим, да. А что? А вот это что, просто... Ты не умрешь от этих уже движений. Самурай? Точно. Направление движения. Географическая карта не может быть. Не, ребята, точно на самурае было. Направление, ладно. Самурай. Не обязательно харакири. Да, вот это не понял. Самурай, самое важное для самурая умереть честь. Варианты. Ну, харакири. Все, стоп, ладно, есть харакири, еще давайте. Подожди, географическая карта не может быть. Направление движения. Нет, направление движения в действии каких-то. Нет, ребят, это просто способы разрезания. Перемещение войск. В бою. Все, уж нет харакири, еще что-нибудь. В бою никак не может быть. Просто, да, какие-то движения. Движение. Это интересно. Подожди, фехтование. Ну, не фехтование. Кендо обычное, да?
А ну-ка давай пройдемся просто по ним. Нет, смотри. Как еще называется, сипуку, да? Подожди, сюда, потом надо вытащить еще. Здесь везде стрелочка, направление, а два креста это два втыкания будет. Ну понятно, это понятно. Харакири, правая рука все время действует. Хорошо. Все время под правую руку все. Посмотрите, все стрелки под правую руку. Левый так не сделает. Вопрос ёб. И вот только крест, Макс, если спросят, это просто втыкание, что ли? Ответ на такой. Отвечает Максим Поташов. Опять Максим Поташов. Штатный. А давайте посмотрим сначала на этот свиток. Вот такие знаки. А теперь спросим у Поташова, что они означают. Ну, мы полагаем, что по этой схеме самурай с детства учился тому, как ему правильно расставаться с жизнью. То есть описана методика движения меча при осуществлении харакири. А теперь, ну, ножа, с позволения Вадима Высочина, правильный ответ. Каждая стрелка, не правда ли, на этих схемах, это движение японского кинжала Косунгобу. Перед вами 10 способов харакири. Самоубийство самурая. Счет 4-3. 4-3. Телезрители, есть единственный шанс выиграть. Если вы попросили бы Поташова показать, что означали эти стрелки. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. And a new gold tooth. Well, here come my baby, flashing a new gold tooth. Well, she's so small, she can mama win a payphone booth. Сейчас счет 4-3 в пользу телезрителей. А по окончании финальной игры состоится торжественное награждение лучшей команды и лучшего игрока за 20 лет существования элитарного клуба. Лучшей команде будут вручены призы «Хрустальная сова» и сертификаты кругосветного путешествия от Томаса Кука и фирмы «Америком». А лучший игрок будет награжден большой «Хрустальной совой» и орденом магистра игры «Что, где, когда». Бриллиантовой звездой от фирмы «Золотой дом». Счет 4-3. Следующий раунд. Я должен спрашивать ставки. Ставка 2 миллиона. 2 миллиона. Разорят казино. На красные? И что, сыграла? Не понял. Макс. Сыграла. Я прошу заменить волчок, и чтобы я видел это. А 2 миллиона придется разыгрывать.
Итак, 2 миллиона. Но, между прочим, это суперблиц. Простите, 20 миллионов. 20 миллионов в 10 раз увеличилась ставка. 20 миллионов. И против господина Поташова, наверное, да? Вот он сидит. Играет сразу трое. Степан Гладун, город Горохов, Волынская область. Будьте добры. Илья Лихачев, студент колледжа, город Воронеж. И Саша Анциферов, вот он. Ученик 6 класса, Санкт-Петербург. Господин Гладун, как вы думаете, похож ли наш Максим Поташов на древнего римлянина? Вот посмотрите, какой красивый. Да, пожалуйста. Похож. Внимание! Вопрос первый. Господин древний римлянин Поташов, как вы называли войско, существовавшее только во время войны? Время. Тишина. Как вы, древний римлянин, называли войско, существовавшее только во время войны? Тяжелый случай. Ну, предположим, милиция. Ну, вы выигрываете первый вопрос. Молодец. А теперь продолжаем суперблиц. Саша Анциферов. Как ты думаешь, похож ли наш Максим Поташов на адыгейца? А, Саш? Может быть. Может быть. Тогда внимание. Вопрос второй. Саша Анциферова. Господин адыгеец, что вы имеете в виду, когда говорите про женщину, у нее мышонок упал в кадушку? Время. Не подсказывай, Саша. Так вот, что имеет в виду адыгейц, когда говорит женщине, что у вас мышонок упал в кадушку? Ну, исходя из того, что это детский вопрос, предположим, что имеется в виду, что женщина беременна. Какая-то странная логика у вас, да? Да, воспитанные адыгейцы имели в этом случае в виду, что женщина беременна. И последний решающий вопрос суперблица. Господин Лихачев, как вы думаете, может быть, наш этот самый Максим Поташов, который все время отвечает, отвечает? По-моему, он похож на китайца. На китайца он не похож. Не похож. Хорошо. Тогда мы спрашиваем вопрос третий, господин Лихачева. А вот как китайцы переводят на русский язык три китайских слова? Цзаофань, вуфань и вайфань, имея в виду, что фань означает вареный рис. Цзаофань, вуфань и вайфань. А фань означает вареный рис. А что значит эти три китайских слова? Время. Тишина. Максим? Мы предположим, что имеется в виду первое, второе и третье. Первое, второе и третье. А сейчас, с позволения... Завтрак, обед и ужин. Не понял. Все-таки завтрак, обед и ужин, вот так. Я хочу спросить у Лихачева. Мы можем принять, что мы должны принять в качестве ответа? Значит, сначала было первое, второе, третье. Тишина в студии. Ну ладно. Все-таки 20 миллионов. Я бы посоветовался с господином Борщевским.
Господин Борщевский сейчас ваш коллега. Господин Борщевский, у вас раздвоение личности сейчас будет. А? Нет, раздвоение личности у меня, надеюсь, что нет, но... Решение ваше какое? По-моему, все-таки было вначале сказано, первое, второе, третье, это не то же самое, что... А у китайцев из одного блюда обед состоит. Первое, второе и третье было сказано вначале. А теперь, внимание, правильный ответ. Как хорошо, когда юрист заинтересован в исходе боя. Зао Фань, Ву Фань и Вань Фань, конечно, означают по-китайски завтрак, обед и ужин, а не первое, второе, третье. Вы проиграли. Еще становится 4-4. Да. 20 миллионов. 20 миллионов рублей. Ну-ка передайте этому молодому человеку. 20 миллионов. Осторожно ходи по улицам, господин Лихачев. И счет 4-4. 4-4, игра до 6 очков. Девятый раунд. Так, ну что же, господин Поташов поторопился немного. Ставки, что ли, делали, нет? Я пропустил ставку или не было ставок? Все. Не было ставок. Полмиллиона черный. Ну все, остановилась стрелка, к сожалению. Полмиллиона черный. Борщевский. Борщевский всех спутал. Играет Михаил... О, господи, опять Борщевский. Играет Михаил... Вот почему он так судил. Борщевский, адвокат, город Москва. Господин Борщевский. Вот вы известный защитник прав человека, если под человеком подразумевают знатока. Особенно сейчас. Рискнуть, да. Уже да. А сейчас вы переметнулись. Вот как это так получается у вас, а? Объясните. Ну, что если объяснить? Максим мне друг, но истина дороже. Да. Внимание, вопрос. Одну секундочку. Одну секунду. Прежде чем прозвучит мой вопрос, у меня предложение к Смирнову. Вопрос, судя по сумме, легкий. Я предлагаю удвоить ставку. То есть? Я готов поставить 500 000 на этот вопрос дополнительно, сверху. Полмиллиона вы поставите, да? И тогда он должен поставить 500 000, да? Да? Вы готовы, или, господин Смирнов? Или второй вариант. Я ставлю 500 000, но вы играете без Поташова. Вы отбираете у меня хлеб. Полмиллиона, и мы без Борщевского. Вы отбираете у меня хлеб. А, господин Смирнов, вы готовы пойти на встречу? Да, естественно. Ставим. Итак, что у нас на кону? На кону у нас 1,5 миллиона, да? Еще 500 000, чтобы не обращаться к Борщевскому после этого вопроса. Да. Полтора миллиона на кону, и мы... Играем, ребят. Играем. Внимание, вопрос. Как-то у Пикассо спросили, кем из художников прошлого вы восхищаетесь? Рубенсом, ответил Пикассо. Почему? Прежде всего потому, что из 2000 картин, которые он написал до наших дней, сохранилось... Продолжите больше ответ. Больше 2000, точно знаю. Да, да, да. Да, 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 да. Не торопитесь. А, похоже, то есть, похоже, да. Продел, ну, правильно, потому что там подделки сплошные. Больше 2000, это ладно. А сами 2000 не могут Пикассо быть? Это должно радовать, что подделок? Нет, он восхищается, не радует. Подделок приехали. Может, это не он писал все? Ведь это все не он. Там было слово «сохранилось», да? Да, да. Рубин с чем? Это сохранилось. Женщина очень полная. Нет, ну сохранилось. Из 2000 картин. Ребят, больше пышные. Больше, по той простой причине, что подделывают только талантливые. Пикассо вообще, он, так сказать, его, кстати, нетрадиционный. Он его, его тоже подделывают. И он, кстати, тысяч картин до наших дней сохранилось. Дай ему, Макс, ответишь. Да подожди, ты ответишь. Ну, подожди, я просто спросил. Давайте, давайте, Макс точно знает, а мы больше минуты не будем брать? Нет, подожди, зачем? Нет, ну, он точно знает. Ну, какую цифру там еще можно назвать? Ноль, не надо говорить ничего. Правильно, ноль. Хорошо, Макс. Отвечает Максим Поташов. Отвечает Максим Поташов. Пикассо говорил, что восхищается Рубиным. Александр Рубин в зале сейчас, да? Нету. Так, прошу вас. Предыдущая оговорка. Значит, восхищается Рубенсом, в частности, потому, что из его 2000 картин сохранилось больше 2000. Ну, я теперь прошу господина Борщевского оценить ответ и сказать правильный ответ. Ну, в оригинале вообще ответ звучит так, потому что из 2000 картин, которые сохранилось, которые он написал, сохранилось 4000. А вот оценить, насколько ответ правильный, я в данном случае уж никак не могу. Но это больше, чем 2000. Безусловно, по смыслу он совершенно правильный. Господин Борщевский, вы проигрываете, и счет становится 5-4.
А теперь я хочу взять интервью у телезрителей. Во-первых, вы... Ой! Не унывайте, потому что 5-4 – это счет, который может стать и 6-5. А я с тем же самым вопросом. С тем же самым вопросом. И ваше мнение для меня гораздо дороже, чем мнение самих знатоков. Итак, кто, по-вашему, лучший игрок за все 20 лет существования клуба? Еще сомнения какие-то. Александр Друзь. Александр Друзь? Вы знаете, много было замечательных игроков, но я думаю, что больше друзья для игры никто ничего не сделал. Наверное, Друзь, он самый большой принес. Александр, вы подговорили всех. Друзь. Ну, родила ты его. Назвался Друзьем. Так, я не спрашиваю. Вы проиграли. Да, Александр Друзь, пропустите, и мы продолжаем игру. До 6 очков. Счет 5-4. Выигрывает лучшая команда элитарного клуба. 10-й раунд. Мы делаем ставку «Миллион черная». «Миллион черный» взяли. Еще будут ставки? Пока нет. Миллион черные взяли. Жалко все-таки миллион. И я сыграла, да? Минуточку, я ставлю рекламную паузу. Рекламная пауза. Следующий раунд. Мы делаем ставку, миллион черные. Миллион черные, туда же, да? Туда. Взяли миллион. Да. Миллион черные взяли. Да. Ставка сыграла. И вместо миллиона на кону у нас сейчас 10 миллионов. А я попрошу камеру. Здесь у нас страшные протесты. Не сейчас. Не сейчас. Но если из дикторской раздадутся крики, то, пожалуйста, потом спасайте меня. Меня убивают. Потому что кричат лучший игрок Поташов. Впрочем, я с этим согласен. Такие страсти. Итак, 10 миллионов. Играет студентка Ирина Шибанова. Город Самара. Внимание. Черный ящик. Внимание, господа. В черном ящике сейчас находится то... Во что вставлено то, на что надето то, что в переводе с французского означает затыкать рот или надевать намордник. А все это вместе в определенный момент позволяет дамам лишний раз проявить свое кокетство, а кавалерам свою лихость. Что в черном ящике? Время. То. Кольцо? То, во что вставлено то, на что надето то, что в переводе с французского означает затыкать. Да. А все это позволяет дамам проявить кокетство, а мужчинам лихо. Вот кашне это спрячь нос. Ребят, можно меня убить. Так, вуаль. Боря, давай французский затыкать. Вставлено то, на что надето то. Ну затыкать фирмы. Намордник, ничего тут. Вставлено и одето. Вставлено и одето. Что женщине может кокетство помогать? Перчатки, вуаль и вообще привлекли на одежду. Мужчина снимает у нее, да? Кокетство. Лихость. Может тут какой-нибудь. Мужчина на там платок что-то снимает на скаку. Это где такая игра? Минуту еще.
представить. Итак, Одесского и Лихость. То, что женщины какие-то. Вот она закрывается чем-то. Мы берем вторую минуту. Да. Давайте вопрос еще раз. Взяли вторую минуту. Пожалуйста. Там находится то, во что вставлено то, на что надето то, что переводит с французского, значит, затыкать рот или надевать намордник, что позволяет дамам проявлять кокетство, а мужчинам лихость. Правильно. Ну, хоть вы меня убейте. Ну, подожди, Серега, так понятно. Все ясно, что это не это, ну, ты же понимаешь. Браслет. Лихость, как может мужчина? Может, когда платок она теряет просто, это кокетство, а мужчина подбегает. Нет, то вставлено, вставлено. Ну, а что? Табакерка, табакерка. Кольцо. Когда женщина платок хранит. Ну, что надето? Понятно. Что из платков? А лихость, где лихость? Затыкать рот. Кому рот можно закрыть? Затыкать рот. Не-не-не-не, не то. Намордник, кокетство. Стакан. Нет. Что? Надо от этого идти, все-таки от самого вставить. Понятно. И надеть. Вот давай переберем все, что у мужчины, у женщины есть. А мужчина может отнимать это и показывать. Слушай, если находится во что воткнуто, вот если в пиджак, а чё, не, а чё? Камни в серьги вставляют. А, подожди, бриллианты в этот. Вставлено, надето. Не-не-не-не. Надето. Надето на руку. Затыкать, надето затыкать. На руку. Браслет, кольцо. Что удам можно затыкать? Глаза, рот. Перчатка. Ответственно, так. Берем еще одну минуту. Еще одна минута? Заново, затыкать. Господи, что может женщина заткнуть? Или фонтан ребят, кавалера, или себя? Рука в перчатку кавалера. Ребенка. Слушайте, на что может быть надет платок? Вот. На что, да. Ребята, платок. Лихость поцеловать надо перчатку. Надо вас, черт. Нет, не перчатка. Ну почему не перчатка? Вот я вам вставлю, что лихость поцеловать ухо, когда там серега. Кокетство. Вставлено, что что-то надето. Вот затыкать перевод, затыкать его. Убейте, ребят. Слушайте, это платок, надет это платок. На что вставлено? Вот вставлено что? На что можно платок надеть? На что можно вставить, да, что-то вставлено, на что платок можно надеть. Какой? Платок нужен, там платок, потому что... А что за этим платком? Подожди, какие-то дамы, упустила платочек. Он поднял, лихо. Понятно, все. На что его можно надеть? Вставлено то. На что надеть платок? На голову, на руку. Ребят, все-таки не перчатка. Не накинешь платок. Перчатка. Ну смотри, одевается, вставлено, рука вставлена. Ну давай. Может перчатка? Нет, вставлено. А нет, то, на что вставлено, то, на что надето, то. Затыкать рот. Затыкать рот. Рука. То, во что вставлено, рука, во что вставлено. Я надеюсь, больше у вас минут нет. Отвечает. Я спрашиваю у Смирнова. Рука вставлена. Кто отвечает? Отвечает Евгений Емельянов. Евгений Емельянов. А я хочу посмотреть на талисман. У вас, по-моему, есть, да, Ирина? Ваш талисман. Или перчатка. Нет, он никакого отношения к вопросу не имеет. Просто сейчас для талисмана ответственный момент. Отвечает Евгений Емельянов. О чем идет речь? Что в черном ящике? Значит, мы считаем, что это то, во что женщина прячет свои руки. Например, перчатка или муфта. А теперь, внимание, правильный ответ. Что позволяет дамам проявлять свое кокетство, кавалерам свою лихость? Откроем черный ящик. Сейчас же Новый год. Бутылка шампанского. Надевать намордник или затыкать рог? По-французски мюзле. Именно оно в руках у моего помощника. Вот эта вот проволочная штучка. Затыкать рог или надевать намордник. Итак, счет становится 5-5. Я прошу передать Ирине Шибановой 10 миллионов. Ирина, на что вы потратите эти деньги? Она совсем ничего не понимает. Ирина, что будет куплено на эти деньги, заработанные вашим интеллектом? Конечно, бутылка шампанского. Бутылка шампанского. Счет 5-5. Следующий раунд. Счет 5-5. И сейчас вопрос станет решающим. Потому что игра идет... 2,5 миллиона красные. Полмиллиона красные. 2,5. 2,5 взяли на красное поле. Внимание, я прошу тишину. 2,5 ставка сыграла. Счет 5-5. 2,5 ставка сыграла. На кону у нас сейчас 25 миллионов. 25 миллионов. И сейчас последний вопрос. Играет член президиума Армянской ассоциации «Что, где, когда» учитель Марк Григорян. Марк. Мне сказали, Марк, что еще ваша бабушка прислала в клуб вопрос. Давно-давно?
Так это или нет? Не бабушка, а тетя. Тетя, это разные вещи. Может быть, вы подскажете, на какую тему был вопрос? Может быть, вам еще и ключ от квартиры? Не удалось спровоцировать вас, а ведь так хотелось. Тогда другой вопрос. Господин Григорян, что, по-вашему, в жизни не подлежит сомнению? Что для вас лично не подлежит сомнению? Труд. Труд. Внимание, вопрос. Однажды он спросил себя, что верно. И сам ответил, смерть одна. И это не прославило его. Другой, самый прославленный его вопрос, задайте вы нам. И сами же ответьте на него. Повторяю. Однажды он спросил себя, что верно. И сам ответил, смерть одна. И это не прославило его. Другой, самый прославленный его вопрос, задайте сейчас вы нам через минуту. И сами же ответьте на него. Время. Самый прославленный вопрос. Быть или не быть, что ли? Это не самый прославленный вопрос. Гамлет. Быть или не быть? Я согласен. Это Гамлет или нет? Ответить на него. Быть или не быть, вот что вопрос. Нет, так он задал вопрос, и все. Слушайте, ребят, а что-то другое? Может, любовь? А может, про сомнения что-то? Нет, нет. Может быть, Сократ, я знаю, что я знаю. Я знаю, что я ничего не знаю. Нет, это не вопрос. Я знаю только то, что ничего не знаю. Это же вопрос нужен. Что верно? Утверждение. Это было вопрос, что верно. Что есть истина? Да. Ну нет ответа опять. Смерть одна. Сократ, это хорошо. А смерть одна. А какие вопросы? Там был вопрос, что я знаю, или был только ответ? У Сократа вопросов практически нет. Это только ответ, вопросов нет. Вопрос, который прославил, который... Что там было? Так сам вопрос нужен. Какие вообще вопросы прославишь? Что делать, как быть, кто виноват? 2,5 миллиона. Ответ есть на вопрос, быть или не быть? Нету. А зачем? Если мы отвечаем, значит быть, если не отвечаем, значит не быть. Да, конечно, быть или не быть, вот что вопрос. По-моему, больше тут... А ответ на сказать, что... Нет, 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 она не прославила Гамлета. Не получается. Не прославила, а Сократа, что я знаю? Какой вопрос? Ответ знатоков на последний решающий вопрос. Что не подлежит сомнению, может быть? Мы можем попросить помощь клуба? Что не подлежит сомнению? Нет, не можете. Хорошо, Макс. Что я знаю, что не подлежит сомнению? Итак. То есть вопрос был. Какой прославленный вопрос он задал сам себе и сам же ответил на него? Мы решили, что это был Сократ. Вопрос был, что я знаю, и ответ. Я знаю, что я ничего не знаю. А теперь, внимание, правильный ответ. Что верно? Смерть одна, как берег моря, суеты она. Прекрасный вопрос, потрясающий. Но прежде он спрашивает. Что наша жизнь? Игра. Потрясающий вопрос. Потрясающая победа. Победа сборной команды телезрителей. Счет 6-5 в пользу телезрителей. Телезрители доказали, что в элитарном клубе пока еще нет равной им команды. Вот имена телезрителей-победителей. Людмила Канакина, вопрос о татуировках. Юрий Володин, вопрос о Лермонтове. Ольга Овечкина, вопрос о выживании. Илья Лихачев, о китайцах вопрос. Ирина Шибанова, вопрос о шампанском. Новый год. И Марк Григорян, воткнув 6-е очко, вопрос о пиковой даме. Одни телезрители сегодня 60 миллионов рублей. 60 миллионов рублей. Ни одна команда клуба не зарабатывала такого огромного индекса интеллекта. Классная команда. Она поедет в кругосветное путешествие. Поздравляю с блестящей победой. И напоминаю, что ровно через минуту состоится торжественное награждение лучшей команды и лучшего игрока «Что, где, когда». Финальная игра закончена. Спасибо вам всем. Внимание. Почетное звание лучшей команды за все 20 лет существования элитарного клуба присуждается сборной команде телезрителей. Каждый победивший игрок этой команды награждается призом «Хрустальная слава».
и сертификатом кругосветного путешествия от Томаса Кука. Прошу вас, идите и владейте. Прошу вас, это все ваше. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you, smiles with you. When you're laughing, oh you're laughing, oh you're laughing, and the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Bring on the stop rain. Your sighing, stop your sighing. Oh, be happy again, be when happy again. You're smiling, when you're smiling, keep on smiling, keep on smiling. The whole world smiles with you. Давайте посмотрим на салют. Так, а теперь ваше решающее слово. Красиво, да? Друсь или Патошов? Друсь. Решающее слово. Друсь, друсь. Решающее слово. Друсь или Патошов? Друсь. Друсь или Патошов? Друсь! Подумай! Друсь! Друсь! Друсь, Владимир Яковлевич! Никогда! Женщины Франции никогда не будут вашим даром! Давайте опустим... Внимание! Почетное звание магистра игры «Что, где, когда» с вручением большой хрустальной совы и ордена «Бриллиантовая звезда» присуждается лучшему игроку за все 20 лет существования элитарного клуба Александру Друзю. Берите и владейте! Пустой горой твоя любовь.
Пиват король, пиват, пиват король. Пиват король, пиват, пиват король. Ты был самим собой. Пиват король, пиват, пиват король. Пиват король, пиват, пиват король. Пиват, пиват. Я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители, уважаемая публика. Дай Бог вам здоровья и счастья в новом году. А я хочу поздравить всех тех, кто эти 20 лет за игру с той стороны. Это не только Владимир Яковлевич Ворошилов, это Наталья Ивановна Стеценко, это Валя Андреева. Я хочу всех их благодарить за классную игру. И вот когда зашла звезда, телеигры, что, где, когда, что, где, когда. И 20 лет ведем мы спор, ища ответ, ища ответ. Виват, что, где, когда, виват игра, виват ее король. Без пушек, без солдат он покорил сердца своей горой. И всех нас покорил он в те года, что был самим собой. И не была игра, что где, когда, забавою пустой. Виват, что где, когда, виват игра. Виват, что где, когда, виват игра. Виват, виват, что где, когда. Виват, что где, когда, виват игра. Виват, что где, когда, виват игра. Виват, виват ее король. И под флагом знатоков в том королевстве шумном стало меньше дураков, больше стало умных. И вечный спор, и шар сердец, и стал седым король-мудрец. В моей душе царит всегда еще вопрос, что, где, когда. Что, где, когда. Виват, что, где, когда, виват игра. Виват ее король. Без пушек, без солдат он покорил сердце своей горой. И всех нас покорил он в те года, что был самим собой. И не было игра, что где, когда, забавою пустой.